Добрый день. Вообще, я привык говорить добрый день, коллеги. Добрый день, коллеги, потому что мы с вами коллеги, во всяком случае, в той широкой области, которая называется познание. Потому что если бы мы не были коллегами, мы бы все не пришли. Я буду рассказывать вам о том, чем я занимаюсь, в общем, всю мою уже достаточно долгую научную жизнь. Я занимаюсь тем, каким образом мы учимся. То есть, чему мы учимся, каким образом мы учимся в механизменном смысле и зачем мы это делаем. И исследуем мы это вот в самых разных местах, которые вы перед собой тут видите. Мы исследуем на разном уровне, начиная от генетического и так мозгового уровня, в смысле регистрации отдельных нейронов, регистрации активности целого мозга, до социокультурного уровня, до кросс-культурных исследований, до исследований людей. Ну, естественно, те вот исследования, о которых я вначале сказал, они на животных проводятся. Почему я вообще посвятил всю свою жизнь изучению этой проблемы? Потому что, я бы сказал, что все, что есть у нас внутри, это результат нашего научения. Я имею в виду в психическом плане. Это результаты научения, то, чему мы научились. Сначала в пренатальном онтогенезе до рождения, потом в постнатальном онтогенезе в течение всей нашей жизни. И все, что мы делаем, и то, как мы делаем, и это все зависит от того, чему и как мы научились. И вот первый мой будет слайд, который, собственно, даже предваряет вступительный слайд, который я хочу вам показать. Каким образом от того, что мы умеем, зависит не то, что мы делаем, там, какую-то деталь, как мы решаем задачу, а просто как мы смотрим на мир. Как зависит от того, что внутри у нас есть, какие умения. Это эксперименты, в которых брали людей, умеющих танцевать профессионально классический балет и умеющих танцевать неклассический балет, который называется капоэра. Это балет, совмещенный с бойцовскими там всякими навыками, может быть, вы слышали. Ну, в общем, там совершенно разные па, совершенно разные умения. И вот люди, которые танцуют классический балет и танцуют вот этот капоэра, они смотрят на то, как танцует балет и как танцует капоэра. И сверху написано «балетные». Это смотрят те, кто умеет танцевать классический балет. А справа написано «капоэрные». Это те, которые умеют танцевать капоэра. Столбики означают активность структуры мозга, какую сейчас нам не важно совершенно. Активность структуры мозга, когда они смотрят на то и на то, и вы видите, что активность мозга значительно выше, когда вы смотрите на то, что вы умеете делать. То есть по существу, вот тут это сказано таким простым образом, мы смотрим на мир нашим опытом. То есть на самом деле, не подумайте ради Бога, что мы есть некое устройство, у которого есть сенсоры, глаза, уши и прочее. Ну, знаете, как там роботы делают. Ну вот, и в нас какая-то информация втекает, а там как-нибудь обрабатывается, сырая информация. Ничего подобного. То, что мы видим и то, что мы извлекаем из мира, зависит от того, какие вопросы мы задаем миру, какие цели у нас есть, и каким опытом мы смотрим на этот мир, потому что мы задаем ему разные вопросы и смотрим на разные кусочки этого мира. Когда два человека с разным опытом смотрят на одну картинку, а у них разные профессии, вы увидите совершенно разный мозг у этих двух людей, потому что они смотрят на эту одинаковую картинку по-разному, потому что у них разный опыт. Отвечаем на первый вопрос. Как мы учимся? Существуют разные представления об этом. Те представления, с которыми вы скорее можете столкнуться в книжках, причем в самых современных, не в книжках 17 века, как в данном случае, а в книжках сегодняшнего дня,
как отечественных, так и зарубежных. Скорее всего, вы найдете вот эту самую картезианскую парадигму. То есть ту, которая была заложена Рене Декартом, философом, который сформулировал в четком виде представление о рефлексе, о рефлекторном отражении среды. Заметьте, рефлекс – это термин, который вам кажется физиологическим или там каким-то психическим, он на самом деле философский термин. Рефлекс – это отражение. То есть этот товарищ сформулировал идею о том, что у нас в мозгу есть некоторый механизм, с помощью которого мы отражаем мир стимулов посредством наших реакций. А механизм отражения здесь – и это рефлекс. Значит, вот эта идея покорила мир совершенно. И все, что мы сейчас знаем, все, что мы умеем, все, что мы делаем, и в молекулярной биологии, и в политологии, и в журналистике, когда мы говорим, он отреагировал на что-нибудь, это все базируется на картезианской парадигме 17 века. В соответствии с этой парадигмой, учебниковой, скажем так, совершенно принятой и традиционной до сих пор, предполагается, что среда инструктирует мозг. Стимульная среда его инструктирует. Мозг является чистой доской, табула раса, на котором среда прочерчивает такие, ну знаете, вот как на закопченной доске, она прочерчивает следы. Совершенно не случайно следы памяти называются traces of memory. Это как раз та самая идея, что среда прочерчивает вот эти вот traces, и они остаются в нашей памяти. Это, значит, формирование рефлексов, это формирование сетей, это связывание входов и выходов. И, в общем, полно идей, которые существуют в настоящее время, в том числе и в нейромоделировании, которое сейчас очень популярно и вообще на пике находится. Оно базируется вот на этой идее, оно базируется на идеях этого милого человека, который Рене Декарт, картезий, и называется картезианской парадигмой. Есть и другая парадигма, которую скрывать не буду, принадлежу я. Это активностная парадигма. Она вообще, это совершенно, это не просто другая теория. И вот тут написано, что это две парадигмы. Но если парадигмы, то это две суперпарадигмы. То есть это два совершенно разных мировоззрения. С позиции этих двух разных мировоззрений практически все различно. Подход к тому, что такое поведение, что такое мозг, что такое функция, что такое развитие, что такое культура, что такое взаимодействие человека с культурой. Все понимается по-разному в этих двух парадигмах. Причем каждое из пониманий находится в связи с другим пониманием. Если вы так думаете о поведении, вы так думаете о мозге, вы так думаете о культуре и так далее. Так далее. Ну и вы видите блестящих представителей двух этих парадигм. С одной стороны, вы видите Ивана Петровича Павлова и Декарта. С другой стороны, вы видите Аристотеля, Петра Кузьмича Анохина, моего учителя, Николая Александровича Бернштейна, совершенно потрясающая яркая личность. Их идеей была активность. Здесь, в принципе, вот здесь нужно пару лекций для того, чтобы рассказать о принципиальных отличиях между двумя этими взглядами. Но мы это сделаем примерно за минуту. Реактивностная парадигма – это представление о том, что первым событием в поведении является стимул, который во времени первым, который действует на организм, а организм отвечает на этот стимул реакцией. Таким образом организовано поведение. Таким образом организована активность нейронов. Все организовано таким образом. Парадигма активности. Понятие о стимуле отсутствует. Существует действие. Это действие направлено на то, чтобы достигнуть некий результат. Результат – это некое новое соотношение между организмом и средой, которое позволяет организму адаптироваться, достичь некие свои вот, цели. Таким образом, на первом месте у вас действие, а на втором месте – это то, к чему это действие приводит. Результат. А вот там над головой у него нарисовано цель – это информационный эквивалент этого результата. Она возникает до того, как результат достигнут, и является, огрубляя и упрощая, руководителем этого поведения. В соответствии с активностной парадигмой
вот эти вот результаты, о которых я только что сказал, они достигаются при реализации так называемых систем. Эти системы не являются, ну, во-первых, конечно, системы не локализуются ни в какой области мозга. Но они не локализуются даже в мозгу как целом. Они общеорганизменные. И, грубо говоря, не локализуются нигде. Они принадлежат только организму как целому, а не какой-то отдельной его структуре. Поэтому, когда вы смотрите, каким образом организована система, вам мало и недостаточно изучать только мозг. Вы должны изучать мышечную активность, вы должны изучать активность сердца и так далее, и так далее. Но это только, скажем так, часть интересности. А вторая часть заключается в том, что изучая, например, сердце, вот то, что мы делаем, помимо изучения активности мозга, вы можете сказать о том, что у вас происходит во внутреннем психическом мире. Потому что у вас не просто сердце делает тук-тук, а сердце является частью системы, которая организовалась, чтобы достичь этот результат. И оказывается, когда вы собираетесь достичь один результат, или когда вы собираетесь достичь другой результат, у вас сердце работает по-разному, дыхание работает по-разному, весь организм работает по-разному. И для того, чтобы достичь этот результат, все клетки этого организма должны быть соорганизованы и направлены на достижение этого результата. В соответствии с этой позицией иначе понимается научение. Научение больше не traces of memory. Научение больше не стимульная проблема. Это больше не образование рефлекторных дуг и сетей. Это совершенно другой процесс. В принципе, альтернатива вот этим вот инструктивным теориям, инструктор, как вы помните, там это стимул. Стимул инструктирует нас, что мы должны делать. Значит, эти теории называются селективными. Почему они называются селективными? Потому что подход к мозгу и подход к процессу научения, он вообще сильно похож на то, что разрабатывается в эволюционной дарвиновской теории. То есть, иначе говоря, подход к клеткам организма, к способам их организации и вообще к способам формирования нового поведения такой же, как в дарвиновской эволюционной концепции. И вот здесь два наиболее ярких, с моей точки зрения, человек, которые способствовали развитию этой теории альтернативной. Один из них – лауреат Нобелевской премии Джеральд Эдельман, а второй – мой второй замечательный учитель Вячеслав Борисович Швырков, вот имя которого носит как раз лаборатория, которую я руковожу. Вот, они совершенно независимо друг от друга описали положение этой теории. Причем независимо настолько, я был свидетелем этой независимости, потому что когда я как-то привез из одной своей зарубежной работы, там где-то я был, и скопировал там книжку Эдельмана, которая называется, между прочим, «Нейродарвинизм». Нейродарвинизм. Представление о нейронах как об индивидах в популяции, которые проходят селекцию. Вот. И когда я показал ее Вячеславу Борисовичу, он видел ее первый раз, он ничего не знал о ней. Об этом тоже можно говорить очень долго, поэтому не будем говорить совсем, а переходим к тому, что из этого следует. Из этого следует, что из этих представлений, что формирование новой системы, а мы уже с вами знаем, что система – это некая общеорганизменная организация, которая направлена на достижение определенного результата. Формирование этой системы, оно требует специализации нейронов. Что значит специализация нейронов? И этот термин вам напоминает специализацию людей в социуме. И правильно напоминает, потому что речь как раз о том. Эти нейроны, которые до сих пор были, ну, скажем так, преспециализированными, еще не были предназначены для реализации определенной системы и достижения определенного результата. С помощью процессов, о которых я сейчас немножко скажу позже, они становятся специалистами относительно системы, которая вот этим овальчиком нарисована. А потом проходит следующее научение. И здесь уже другие нейроны становятся специалистами. Таким образом, ваше развитие по существу – это формирование все новых и новых систем взаимодействия с миром. Формирование каждой из этих систем – это специализация новой группы нейронов.
И таким образом ваш опыт, вот здесь не зря такая метафорическая картинка в углу, срез дерева, у вас внутри примерно это. То есть, иначе говоря, каждое ваше новое научение, которое у вас протекает всю жизнь, эти научения, это новый пласт вашего опыта. Причем, заметьте, когда у вас образуется следующий пласт, это не значит, что у вас тот переучился, а это значит, что у вас появился следующий, следующий, следующий. Хотите, это может быть не дерево, а пирог Наполеон, который вы формируете всю жизнь. Это вот его пласты. И под каждый пласт у вас свои нейроны. Каким образом они сейчас делаются, мы посмотрим. Следующий вопрос. Значит, учимся мы как, более или менее понятно, хотя мы к этому вернемся, мы формируем специальные клетки, которые умеют делать это. А вот чего они умеют делать и чему мы учимся? Это я покажу на специальных примерах. Каким образом мы можем узнать, чего умеет делать нейрон? Каким образом мы по нейрону можем узнать, чего умеет делать данный организм, не спрашивая его, а регистрируя активность его нейронов? Нейроны, клетки головного мозга, они разряжаются такими электрическими потенциалами, которые называются спайки или потенциал действия. Вот здесь видно вот эти плюсики и минусики. Этот потенциал действия бежит по аксону, по выросту этого нейрона. Мы видим вот эти вот, мы видим эту активность нейрона, когда регистрируем его активность с помощью специальных электродов, как активация, вот она здесь нарисована. Это много-много потенциалов действия, которые так кучно появляются. Это называется активация. И мы, ну, естественно, существуют специальные методы статистического анализа, чтобы мы понимали, что это не какой-то случайный выброс, а это достоверная вещь. И мы можем посмотреть, где активируется этот нейрон, сопоставить, с чем он активируется, к чему привязана эта активация. И тогда, когда мы видим, что это достоверно, мы можем сказать или предположить, что этот нейрон специализирован относительно вот этого действия, относительно достижения этого результата. Смотрим пример. Сначала на животном. Как это выглядит? Вот эта картинка заодно показывает, как вообще мы видим активность нейронов на наших картинках. Вот эта вот каждая такая полосочка или точечка – это отдельный потенциал действия. А внизу такая горочка, вот эта, вот она, это они суммированы вместе, чтобы было видно, как вот много-много разных реализаций, каждая строчка – это отдельный поведенческий акт. А потом мы суммируем его. И видим, что у него есть мощная выраженная активность вот в этом месте. И здесь животное научено для того, чтобы получать пищу в кормушке, ну, кормушку вы, наверное, видите там в уголке, вот здесь вот, есть такие чашечки, в которые появляется пища. А для того, чтобы она появилась, надо либо дернуть за колечко, либо нажать на педальку. И он обучается делать то и то. И обратите внимание, он научается делать то и то, и делает он это для того, чтобы получить в результате один и тот же результат – пищу. Но оказывается, что два эти акта, которые являются промежуточными результатами его действия, они требуют специализации разных клеток. И вот вы видите с левой стороны нейрон, который специализирован относительно подтягивания за кольцо. Видите, а там, где нажатие педали синеньким, обведено. Там вообще нет спайков. Ну, такие единичные. А там, где он тянет за кольцо, там масса спайков. А нейрон справа – это нейрон наоборот. Он, где красное, то есть где подтягивание кольца, нет спайков, а зато полно потенциалов действия там, где он жмет на педаль. А теперь внимание. Чему научите, такие специализации в голове у вас и будут. То есть, иначе говоря, это не просто какие-то чипы, которые проводят туда электричество, проводят сюда электричество. Это специалисты. И набор этих специалистов, имена этих специалистов, умения этих специалистов зависит от того, чего среда, в данном случае среда – это мы, которая конструирует эту среду, чего среда ему в этот мозг заложит. Грубо говоря, но закладывает она не так, как закладывает стимулы, а через его взаимодействие с средой и добывание определенных результатов. Теперь давайте посмотрим, как это происходит у человека.
Значит, здесь вот мигает картиночка, это динамик. Потому что когда мы регистрируем активность этих нейронов, то мы, чтобы нам было удобно, мы выводим каждый потенциал действия на динамик, и мы его слышим, этот нейрон. То есть работа мозга слышна. Каждый потенциал действия такой тук, а когда большая активация, это трррр. Сейчас вы это услышите, я надеюсь. Значит, среду этому животному конструируем мы. А человек живет в культурной среде. И культурная среда предоставляет ему возможности формирования специалистов, о которых я говорил. И вот сейчас мы увидим результаты эксперимента. Я этим людям очень сильно завидую, потому что они могут регистрировать активность нейронов у людей. Это совершенно немыслимая редкость, и это немыслимая возможность. И, конечно, это не эксперименты, а это хирургические операции, при которых хирурги, которые делают, допускают тех, кто регистрирует нейроны, не для того, чтобы они там что-нибудь изучили, а для того, чтобы они помогли с помощью своих физиологических тестов сориентироваться хирургом. То есть они на самом деле помощники, а не экспериментаторы над мозгом человека. Но по дороге они делают потрясающие вещи. И вот сейчас я вам покажу нейрон, нейрон специализированный, который специализирован относительно фильмов специальной группы мультфильмов про Симпсонов. Этому человеку больному будут показывать кучу разных видео. Тут ему много чего показывают, но я сделал такую вырезку очень кратенькую, чтобы время не затягивать. И ему будут показывать разные картинки, вы увидите видео, такое, сякое, пятое, десятое. Но нейрон заработает только тогда, когда ему покажут Симпсонов. Вот давайте попробуем посмотреть. Слышите? Это родные Симпсоны. Еле-еле постукивает. Ничего. А сейчас Симпсоны. А сейчас вы будете видеть извлечение из памяти, как больной вспоминает то, что ему показывают. Вспоминает Нью-Йорк? Ничего. Вспоминает Голливуд? Ничего. А сейчас будет вспоминать Симпсонов. Вспомнил Симпсонов. Смотрите, что происходит. Когда он видит Симпсонов, то работает этот нейрон. Когда он ничего не видит, а извлекает из памяти Симпсонов, то он извлекает их, прости господи, путем этого нейрона. Понимаете, да? То есть этот нейрон заработал за несколько секунд до того, как больной сказал Симпсоны. То есть до того, как он сам понял, что, собственно, он извлек. Вот. Таким образом выглядят концептуальные нейроны, которые связаны с опытом, который является, в общем, человеческим опытом. И дальше я могу вам сказать. Рядом с этим нейроном неизвестно, но такие нейроны, он должен быть не один. Сколько их, это особый вопрос, расчеты производятся, я им не верю. Но самое главное, что они раскиданы по всему мозгу, эти нейроны. Они не концентрируются в одной области, хотя в какой-то области их может быть больше. Я прошу прощения, можно я попрошу? У нас после лекции будет отдельное время для вопросов, и вы пока их готовьте, если боитесь забыть, запишите, и потом спросите, для того, чтобы и люди, которые смотрят трансляцию, тоже его услышали. Спасибо. Да. А то мне очень интересно бывает отвечать на вопросы, и меня может занести. Я перестану ее читать. Так, это мы не будем смотреть. Это специализированный нейрон для актрисы Берри. Вот ему показывают кучу всех. Никого, только когда Берри. Что такое на уровне нейронов, скажем, в двух словах, то, что требует примерно 5-6 часов обсуждения?
Что происходит на уровне нейронов, когда мы обучаемся? Происходит специализация нейронов. То есть, иначе говоря, те, которые были преспециализированы, не умели еще ничего делать, начинают уметь делать. Например, вы умеете работать с Excel, вы умеете вытачивать эту деталь, вы умеете решать эту теорему, вы умеете чистить апельсин, что-нибудь. Формируется специализация нейронов. С этим связано, с этим обучением, появление у вас новых нейронов, даже когда вы взрослые. То есть, когда вы учитесь, вы стимулируете этим нейрогенез, появление новых нейронов, часть из них, которая потом становится тоже специализированными. Печальная вещь, что при этом происходит и гибель нейронов при вашем научении. То есть, часть клеток гибнет. На эту тему захотите спросить, потом поговорим. Очень интересно, почему и зачем они гибнут. И затем происходит модификация ранее специализированных нейронов. Об этом тоже чуть-чуть позже поговорим. Вот это такая грубая картинка, грубыми набросками, что происходит при научении. Теперь, может быть, чуть-чуть по этому пробежимся подробнее. С чего начинается научение? Это, кстати говоря, принципиальная вещь, в том числе и для педагогики, имеет огромное значение. Научение начинается с удивления или с рассогласования, которое, как видите, источник всякой мудрости. Что правда? Что такое рассогласование? Это когда вам нужно достичь некий результат, а у вас в опыте нет ничего, что позволяет вас это сделать. То есть рассогласование, собственно, между необходимостью достижения результатов и содержанием вашего опыта. С этого начинается научение. Если мы теперь заглянем, мы описали, так сказать, на уровне целостного организма, целостной психики, процесс рассогласования. Если мы посмотрим на нейроны, что в нейронах в это время происходит? В это время у нейронов активируется генетический аппарат, так называемые ранние или немедленные гены. Вот это рассогласование между тем, что вам что-то надо, а у вас там внутри нету того, что позволяет это обеспечить, приводит к генетической активации нейронов. Не только к импульсной, вот, которую я вам показывал, потенциал действия, но еще активируется генетический аппарат, что ведет, сейчас, как вы увидите, ведет к перестройке нейрона. Значит, как выглядит? Это интересно посмотреть, как выглядит эта перестройка, эта генетическая активация. Вот видите, наверху такие точечки в квадратике. Много-много маленьких точек. Это специальный иммуногистохимический метод, который позволяет пометить генетически активные клетки. И вот я не буду входить в детали, но сверху та структура, в которой много-много таких нейронов формируется, а снизу та кора, в которой мало-мало таких нейронов. И, соответственно, генетическая активация выше в той коре, в которой будет много специализированных нейронов образовываться. И, соответственно, в основе формирования вот этих вот специализаций, скажем так, первый этап формирования этих специализаций – это вот эта генетическая активация. Хотя эта генетическая активация значительно шире, чем то число нейронов, которое потом специализируется. Грубо говоря, примерно в 100 раз больше нейронов будет генетически активно по сравнению с теми, кто потом станет специализированным. К чему приводит генетическая активация? Генетическая активация приводит сначала ранних, а потом поздних генов, приводит к тому, что меняется морфология мозга. Заметьте, научение – это не просто у вас перестраивается функционирование мозга, это перестраивается его, грубо говоря, анатомия, морфология мозга. И вот здесь, в блестящих экспериментах, которые, к сожалению, не наши, было показано путем прижизненной регистрации морфогенеза, то есть, иначе говоря, животному вводятся такие специальные устройства, с помощью которых мы можем видеть микроструктуры. И животное может учиться, жить и так далее, а мы все время видим микроструктуры. И вот видите, ситуация до обучения – это дендрит. И у него такие вот мутные, бутончики. Эти мутные бутончики – это места, в которых он соединяется с другим нейроном. Места синаптических связей, грубо говоря. И вот видите, стрелочками показано, после обучения появилось два новых шипика. Эти два новых шипика, которые с точки зрения авторов связаны с сохранением памяти в течение всей жизни, а мы потом с вами увидим, что она действительно пожизненная, эта память.
Если вы что-то забыли, то это, скорее всего, вы не можете сказать, что оно у вас есть в памяти, чем вы ее потеряли, эту память. То есть не можете декларировать, грубо говоря, ни себе, ни окружающим. Вот. И вот одно из оснований этого научения – это вот эти морфологические изменения. Что происходит, когда мы чему-то учимся в течение всей нашей жизни? Когда мы учимся в течение всей нашей жизни чему-то, то у нас мозг меняется таким образом, вернее, скажем так, образом, который связан с тем, чему мы учимся, грубо говоря. Это эксперимент, который показывает, чем отличается мозг людей, которые учатся играть на струнных инструментах. И у них, соответственно, пальчики совершенно не такие, вот, как, например, у меня. И, может быть, у многих у вас, кто это не умеет делать. У них огромный опыт этот пальцевой и очень специальный. И их пальцы представлены в коре совершенно иначе. То есть они занимают значительно большую площадь, чем у каждого из вас, кто этого не делает. Иначе говоря, вот вы, многие из вас знают, что там в голове у нас есть такой гомункулюс, такой уродливый человечек, который связан с проекцией тела. Так вот, уважаемые коллеги, что интересно, это не проекция тела, а это проекция опыта вашей деятельности, связанной с вашим телом. То есть, если у вас тело делает вот это, то у вас будут вот такие пальцы. Если оно этого не делает, то вот такие. И так далее. Кое-что про так далее, и потом еще скажем. Интересно, что наш язык построен, скажем так, структурно, это очень похоже на то, каким образом строится гомункулюс. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь нарисован гомункулюс. Видно, что пальцы рук занимают значительно большую поверхность, чем тело. То есть пальцы огромные. Причем не только у музыканта, а вообще у кого-то. Почему? А потому что существует у нас, у людей, огромное число деятельностей, которые мы делаем с рукой. А мы уже с вами выяснили, что этот гомункулюс – это не тело, а это опыт тела. И поэтому рука такая большая. А раз опыт тела, то значит ваш язык, который отражает ваш опыт и коммуникация, связанная с опытом, должен быть каким-то образом связан с тем, что у вас значительно богаче пальцевой опыт. Правда ведь? Он таким и оказывается. Вот справа вы видите анализ числа слов, которые связаны с пальцами и с телом в нашем языке. И вы видите, что значительно больше у нас слов, которые связаны с пальцами, чем с телом. И это совершенно не случайно, потому что слова не просто слова, а слова – это то, чем мы отчитываемся о нашем поведении. И поэтому они связаны со степенью дробности нашего поведения. Чем больше поведений, тем больше пальцев в мозгу, тем больше слов в нашем языке. Понятная идея, да? Пошли дальше. Необратимость. Это великий Пригожин. Это термодинамика. И это его представление о необратимости. Это вообще принципиальные важности положения. Эволюция необратима, развитие необратимо. Вы можете сделать шаг вперед, но вы не можете сделать шаг назад. Шага назад не бывает. И эта необратимость – это то, что делает порядок. Каким образом выглядит необратимость, если мы говорим о нейронах? Вот мы говорили о том, что активность нейронов специализированных, она пожизненная. Вот здесь представлена активность нейрона, который это авторы делают совершенно потрясающую вещь. Вы даже не можете себе представить, насколько это потрясающе. Причем это лет 25 назад эксперименты проведены. Потом я покажу посвежее. Они умели регистрировать активность одного нейрона в течение, видите, там сколько? Больше 5 месяцев. Больше 5 месяцев. Это вообще значительная часть жизни крысы, у которой они регистрировали эту активность. Должен вам сказать, что когда регистрируется активность нейронов, то если ты смог его продержать, активность, час-два, то ты считаешь, что тебе здорово повезло. А эти замечательные люди, Томпсон и Бест, держали чуть не полгода. И вот видите, нейрон активируется в рукаве номер 6. И ни в каком другом рукаве лабиринта. Это так называемые нейроны места, активность которых связана с тем местом, в котором животное пребывает. А с другим нет, только с этим.
А потом проходит 152 дня. За это время он живет. Его учат куче всего разного. Если бы эта куча обеспечивалась тем же нейроном, то он бы переучился. И вот через 152 дня его вводят в рукав номер 6. И тот же нейрон дает ту же активацию. Понимаете, да? То есть его специализация сохранилась. Почему? А потому что пирог. Мы это обсуждали. Потому что новый опыт – это пласт, а не замена того пласта. Вот это вот, это вообще волшебники. Они держали активность нейрона год и больше. И вот здесь вот представлен нейрон, который, видите, вот разными цветами показаны нейроны, которые регистрировались в разные месяцы в течение года. И показана его активность в соответствии с разными предъявлениями разных слайдов. И показано, что эта активность, ее паттерн остается неизменным на протяжении целого года жизни. Таким образом, и теоретически, и, я бы сказал, эмпирически, похоже, что действительно специализация нейронов пожизненная, которую мы образовали. Значит, относительно чего специализируются нейроны? Они специализируются относительно элементов индивидуального опыта, и, соответственно, они специализируются относительно достижения конкретных результатов нашего поведения. Следовательно, можем ответить уже предварительно на вопрос, чему мы учимся? Мы учимся достигать разного типа результаты. И, извините, и разные результаты, когда мы достигаем, то это разные наборы нейронов, если мы даже делаем внешне для вас, для наблюдателя, одно и то же. Вот представьте себе, что я нажимаю на кнопку одним и тем же пальцем два раза. Раз и два. И вы извне видите одно и то же нажатие на кнопку. А теперь представьте себе, что я первый раз нажимал на кнопку, чтобы избавиться от тока, а второй раз, чтобы мне дали яблоко. И окажется, что одно и то же нажатие обеспечивается с помощью разных нейронов. То есть активность нейронов зависит не от того, что я давлю пальцем на кнопку, а она зависит от того, для чего я давлю пальцем на кнопку. И вот эксперимент, который это показывает, вот он здесь. Это эксперимент, в котором обезьяна должна была дергать за рычаг, один и тот же, одинаково дергать. Но в одном случае, чтобы избавиться от боли, а в другом, чтобы получить пищу. И видите, вот этот нейрон, он активируется тогда, когда она получает пищу, а когда он избавляется от боли, он не активируется. Никаких этих горочек нет. Еще один пример. Это животное умеет нажимать на педаль для того, чтобы получить пищу или для того, чтобы получить алкоголь кормушки. И оказывается, что у нас, и одно и то же нажатие на педаль. Ну, подбежал, нажал на педаль. Какая, в конце концов, разница? Ну, давайте думать, что это нажатие на педаль – это такой кирпичик, который мы можем вставить в одно поведение, во второе, в третье, в 101. Научился, и все. Ничего подобного. Чтобы нажать для алкоголя – это будет один нейрон, а чтобы нажать для пищи – это будет другой нейрон. Вставить не удастся, переучиваться придется. И вы видите, что вот тот нейрон, который вы здесь видите, он алкоголь-добывательный. Вот там, где красным отчерчено, видно много-много этих потенциалов действия. Вы уже их умеете различать, хотя они здесь маленькие. А наверху пищедобывательная активность, там, где морковка, там вообще нет спайков. Хотя это тот же нейрон и то же нажатие на педаль. Нам это потом понадобится. Значит, мы не можем сформировать новый элемент опыта, не имея в виду достижения конкретного результата. Это имеет принципиальное значение для педагогики опять. И в этом смысле знание равно опыту. Это совершенно не банальное утверждение. Вот посмотрите, великий Платон и Аристотель, что они считали? Они считали, что практический опыт это материальные и телесные интересы. Что-нибудь выточить, что-нибудь съесть, что-нибудь почистить, что-нибудь приготовить. Вот это опыт, это низкое, это для патрициев. А существует такая штука знания. Оно существует для самого себя. Оно соответствует духовным, идеальным интересам. И это значит тога на руке и рассуждаю о прекрасном. Это совершенно разные типы познания. Это не так.
На самом деле не бывает знания, кроме того, которое возникает в результате делания и для делания. И познавать значит учиться индивидуальным актом достигать конкретные результаты. Это совершенно очевидные утверждения, которые делали вот авторы, первый из них Дьюи, примерно 100 лет назад, потом примерно 50 лет назад. Но эти люди его делали на основании теоретических соображений, и они были абсолютно правы, это показывают наши эксперименты с мозгом. Следовательно, опять-таки, это вообще педагогически очень важное утверждение вновь. Нельзя научиться чему-то впрок, не для достижения конкретного результата. И когда вы учитесь или учите кого-нибудь, например, ученика, достигать какие-нибудь результаты, вернее, скажем, вы его учите формулам там, или каким-нибудь уравнением и так далее, он обязательно учится достигать результаты. Вот весь вопрос, какие? Получать хорошие отметки? Получать от вас похвалу? Или он учит эту формулу для того, чтобы достичь какой-то значимый для него результат другого типа? В любом случае, он не может ничего запомнить, не для достижения результата. Весь вопрос в том, для какого. Для того, какой представляет себя учитель, или для того, который он себя представляет. И чему вы его тогда научили? Вы его научили быть социальным? Вы его научили заслуживать похвалу? Или вы научили его использовать эту формулу для чего-нибудь? Во втором случае он запомнит формулу, а в первом случае он запомнит в целом методы достижения социального одобрения. Таким образом, учить надо специальным образом. И учить надо путем устраивания рассогласований. Это вообще принципиальная вещь совершенно. То есть надо научиться рассогласовывать учащегося. Причем, если вы не будете уделять внимание этому компоненту, то он это сделает сам учащийся. То есть, иначе говоря, он сам рассогласуется, но только не в рамках той мотивации, которая вам нужна, а в рамках совершенно другой. И еще одна вещь, которая, между прочим, из этого следует. Контринтуитивная. Никого ничего нельзя заставить сделать. Вообще никого ничего нельзя заставить сделать. Почему я такое говорю, если вам совершенно очевидно, что заставить можно? Вот сейчас скажу ему, ну-ка пойди вот это сделай. Ну, например, вот это вот сиди делай, чтобы вот было хорошо. И станет делать как миленький, и будет делать. Вы же видите, что он делает. Но он не то делает. Вы думаете, что он достигает тот результат, который вам надо? Нет. Он достигает другой результат, избегательный. Чтобы вы его не ругали, чтобы вы его похвалили, чтобы вы его повысили, чтобы вы его заметили и так далее, и так далее. А вообще какая разница? А большая. Потому что в любой ситуации, в любой проблеме он поведет себя иначе, достигая этот результат, например, избегательный, а не тот, который вам нужен. Поэтому заставить нельзя. Единственный способ, чтобы человек чего-нибудь делал, он должен это захотеть. Я понимаю, что это непросто, но я, например, со своими коллегами веду себя исключительно таким образом. Никому ничего нельзя приказать и заставить. Можно только вместе согласовать и вместе захотеть. Единственный способ нормальной организации труда. Любого, а уж научного тем более. Я говорил о необратимости. Что такое необратимость? Необратимость не значит неизменность. Вот видите, красненькое – это тот опыт, которому мы только что научились. Это формирование новых специализаций. Вы уже примерно знаете, что это такое. Но когда вы формируете новую специализацию, то те специализации, которые вы сформировали, я вам говорил, что они никуда не исчезают, но они модифицируются. Они подстраиваются к тому опыту, который вы приобретаете. То есть, когда вы приобретаете новый опыт, вы модифицируете старый. Это опять имеет совершенно фантастическое значение для педагогики. Абсолютно неоцененное, потому что, в общем, я не уверен, что многие педагоги знают о том, что такое реконсолидация. Что такое консолидация опыта, они знают. Это, ну, я так надеюсь. Это упрочение опыта со временем, который он только что приобрел. А реконсолидация – это переделывание того опыта, который был сделан, под тот опыт, который вы только что приобрели. Таким образом, опыт каждый раз перестраивается у вас как целое. И когда учитель научил ему чему-то новому, он должен понимать, что со старым нечто произошло. А что? А вот это большой вопрос. А насколько глубоко оно произошло? А это большой вопрос.
А оно в каком месте произошло? Вот только в том домене, который вы учите, или в каких-то других местах тоже? А это большой вопрос. Это почти все неизвестно. Но что перестраивается, известно. И как перестраивается, мы тоже знаем. На генетическом уровне и на нейронном тоже. Таким образом, обучая новому, вы модифицируете ранее выученное. Это, повторяю, принципиальная вещь. В принципе, это было видно людям довольно давно. Существует такой известный ученый Бартлетт, который, как видите, сколько лет прошло, лет 80 назад, если не больше. Посчитать не могу быстро. Это его прекрасный эксперимент, когда он привел, значит, к себе испытуемого, показал ему картинку, вот она здесь слева сбоку нарисована, а потом он приходил к нему раз во сколько-то, я не помню, в месяц, что ли, и рисовал эту картинку по памяти. И посмотрите, что происходит с опытом. Посмотрите, кого он рисует в конце, справа сбоку. Этот сфинкс преобразовался у него в кошку, которая сидит задом. Это, но он каждый раз рисует то, что он помнит. Но с тем, что он помнит, что-то происходит. Понимаете, да, что происходит? В принципе, сейчас это называется один из семи грехов памяти. Вот эта переделка. И умелые люди, товарищи психологи, а также, я думаю, политологи, умеют воздействовать на, во всяком случае, учатся очень интенсивно, воздействовать на тот опыт, который вы своими глазами видели, таким образом, чтобы при постоянном этом воздействии и извлечении его из памяти вы потом месяца через три изложили совершенно не то, что вы видели своими глазами. И это можно сделать. И эксперименты такие существуют. Это грех памяти. И, извините, я хочу вернуть, это сделать надо. Во. Это ассоциация, которую я не могу упустить. Это блестящая книжка Джорджа Оруэлла. Помните? «Министерство правды», которое постоянно переписывает историю под последние нужды правительства. Это история, которая вообще, ну скажем, жульническая. Она постоянно переделывается. Так вот, я вам должен сказать печальную вещь, что... Ой, а что это такое? Это я что-то не то сделал наверняка. Извините. Сейчас побежим туда-обратно. Спасибо, что подсказали, а то бы я сидел и рассказывал. Во. Нет. Во. Вот. Значит, это Оруэлл. Это 84-й год. Наш мозг – это Министерство правды по Оруэллу. Оно постоянно подчищает и переделывает правду. И это связано с тем, что вы учитесь. Когда вы учитесь, вы производите подчистку прошлого. Это надо вообще иметь в виду. И если вы потом говорите какую-то ахинею, а вам говорят, да это что? Имейте в виду, что, может быть, не зря удивляются. И вы говорите не то, что вы абсолютно убеждены, вы видели своими глазами. Давайте быстро пробежим по тому, что я вам сейчас рассказывал. Что мы, собственно, знаем? Итак, в начале научения происходит рассогласование. Это рассогласование приводит к экспрессии ранних генов. Вот они здесь, видите, обозначены. Экспрессия ранних генов у нейронов. Зачем? На этих активированных нейронах производятся пробы. Вы пытаетесь достичь результата на активированном мозге. Он у вас активен, и импульсный, и генетически активен, и вы пытаетесь достичь результата. Совершаете пробы. Эти пробы проходят. То одни нейроны вы пробуете, то другие активированные нейроны. Успех. Вы достигли результата. Этот результат уничтожает рассогласование. Его больше нет. И тогда начинается фиксация того опыта, который вы только что приобрели. Каким образом она происходит, мы, в общем, с вами видели. У нас ранние гены экспрессируются, но кроме того, у нас экспрессируются гены смерти. Это вполне официальное название генов в нейронах, которые могут активироваться, и нейрон делает себе харакири. Это его не убивают пикой, а это он сам себя убивает.
Зачем? Я еще раз говорю, мне не хочется уходить в эту сторону. Кого-то заинтересует, я могу ответить на этот вопрос. Итак, часть клеток устраняется, элиминируется. Они погибли. Затем происходит формирование нового опыта, включаются поздние гены. Эти поздние гены меняются морфологией нейронов, как мы уже видели. Там шипки на дендритах образуются и так далее. Эти нейроны меняют морфологию. Они собираются в новую систему. Вот она здесь нарисована. Эта система вписывается в ранее сформированный опыт. Она должна согласоваться. Как это согласование происходит, вы уже знаете. Происходит изменение прошлого опыта. Сейчас мы пробежали, вот все, что я вам рассказывал, суммировали. Чему мы учимся еще? Еще мы учимся морали, мы учимся справедливости. Вот здесь описан эксперимент, представлены результаты эксперимента, которые мы начали сколько лет назад, ну, примерно 10 лет назад проводить под воздействием фильма «Аватар». Если кому-то будет интересна связь с фильмом «Аватар», тоже могу рассказать, просто жалко на это время тратить. Ну, в общем, «Аватар» спровоцировал этот фильм. Значит, эту серию экспериментов. Значит, что мы показали? Мы показали, что дети в самом раннем возрасте, они считают, что свой всегда вправ. И что даже если чужого обижают, если у чужого отбирают последнее, и он погибнет, то все равно прав свой, который у него это отбирает. Постепенно, с возрастом, все больше и больше они начинают быть более справедливыми, и начинают быть более справедливыми не только по отношению к своему, но и к чужому. И если что-нибудь отбирает свой у чужого, и чужому без этого плохо, и он помрет, а своему только чуть-чуть лучше от того, что он отберет, он решает эту проблему, ребенок уже в пользу чужого. То есть под влиянием социума от этой древней эволюционной идеи «свой всегда прав, моя группа всегда права», он приходит к более широкому взгляду, культурно обусловленному. Самое интересное происходит во время стресса. Это мы делали эксперименты на взрослых. Когда вы попадаете в стресс, вот видите, взрослые, вот эта вот стрелочка, вот этот столбик, он показывает в нормальных условиях, как ведет себя взрослый. Насколько часто он поддерживает своего, если тот абсолютно не прав. Редко поддерживает, почти никогда не поддерживает. То есть взрослые люди, воспитанные в культуре, они поддерживают в нормальных условиях, я подчеркиваю, они поддерживают чужого, если он сильно обижен, если он, а свой абсолютно не прав. А теперь внимание, стресс. Мы поставили человека в условия сильного стресса. Представляете, что произошло? Вот этот вот столбик – это поддержка, поддержка своего абсолютно неправого. Во что у нас превратился этот взрослый? Он превратился в ребенка 3-7 лет. То есть у него такой же уровень поддержки своего, как у 3-7-летнего ребенка. Вся его взрослость сдула этим стрессом. Это то, что называется регрессией. Регрессия – это возврат, в кавычках, мы с вами выяснили, что возвратов не бывает, но это феноменологический возврат в ваше прошлое. Это бывает при стрессе, это бывает при болезни, это бывает при приеме алкоголя, это бывает в целом ряде ситуаций. И, внимание, это бывает, когда вы не знаете, что делать в начале научения. Эта регрессия оказывается довольно полезной вещью. Несмотря на такое противное название. Мы отпрыгиваем назад для того, чтобы найти новый ход. Понимаете идею, да? Вот. Ну, а как регрессия влияет на поведение людей в обществе, вы видите. Они начинают поддерживать своего всегда, даже если он не прав. Поэтому представьте себе, что вы хотите, чтобы люди, которыми вы руководили, сплотились, и ополчились против тех, кто находится за пределами вашей группы. Что вы сделаете? Вы поставите их в стрессовые условия, и вы тут же получите, что вам надо, как говорят наши данные. Мы живем в культуре. Культура может быть определена 1000 разных путей.
существует огромное число определений культуры. И одно из определений, которое мне нравится, это набор инструкций по достижению коллективных результатов. Потому что это мое определение. И оно соответствует, в общем, оно соответствует тому, что я думаю об индивидуальном поведении, о соотношении индивидуального результата и коллективного. Опять-таки, особого времени на это нет. Что делают наши нейроны в разных культурах? То есть мы уже поняли, что нейроны специализируются относительно определенных поведений, что наш мозг нашпигован разными типами специализаций, а не какими-то безымянными анализаторами, кодировщиками и так далее. Что практически от того, чему мы учимся, зависит то, что у нас в мозгу есть. И у вас возникает уже подозрение, что если мы живем в разной культуре, которая напичкана разными типами поведений, то, наверное, у нас разный мозг. То, наверное, у нас в мозгу не просто чуть-чуть по-разному работают клетки, а там просто разные клетки. И там разные специалисты. Вот об этом я сейчас буду рассказывать. О том, что бывает, когда мы переходим из культуры в культуру. Это когда мы переходим из другой... Это оккультурация. По-моему, я про это рассказывать не буду. Это особый вопрос. Очень интересный, но особый. Когда мы живем в разных культурах. И когда мы принадлежим к разным группам. Потому что внутри одной культуры могут быть совершенно разные группы. У которых вообще опыт разный, язык разный. Помните Пигмалиона? В разных частях Лондона люди говорят вообще на разном английском языке, и можно сразу установить, на каком. Да и вообще, вы можете, я уверен, что по одной фразе вы можете понять, человек принадлежит к тому же страту, что вы, или нет. Ну, может, две фразы нужно, и вы все поймете. У него другой язык, другое поведение, другие образы и так далее, и так далее. Итак, кто такой нейрон в разных культурах? Это ни в коем случае не анализатор чего-нибудь. Посмотрите. Вот предположим, что у нас есть анализатор спектра. И у нас есть две песни, совершенно разные. «Вставай, проклятием заклеймённый весь мир голодных рабов, кто был ничем, тот станет всем» и так далее, и так далее. А с другой стороны у нас, ну скажем так, песня совсем наоборот. «Боже, царя храни, сильный державный, царствуй на славу нам». И у нас стоит анализатор. Ему какая разница? Анализатор спектра. Какая ему разница, что анализировать? Мы будем одним анализатором спектра, можем хоть то, хоть то. Он там... Чего? Спектр звука, 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 звука. Да. Вы поете. Раз песню поете. Частоту. Частоту, да. Вот. То есть речь просто о том, что он, анализатор, будет анализировать то и вообще любую песню. Так вот, нейрон не анализатор спектра. Потому что, как мы с вами выяснили, если вы делаете одно, то это будет один нейрон, другое – второй нейрон, третий нейрон и так далее. То есть, на самом деле, если использовать метафору спектра, то для разных песен, для разных задач у вас будут разные анализаторы, то есть разные наборы нейронов. И если мы представим себе культуру, то в культуре мы учимся самым разным вещам. Там ловить рыбу, если есть где, если она там бывает. Играть в футбол, если кто-нибудь там играет в футбол. Сидеть на берегу водоема, если водоем есть. Есть фрукты, если они есть. И какие фрукты еще надо выяснить. Получать медицинскую помощь, учиться в школе, читать книги, ходить в музеи, если они есть. И в соответствии с тем, что у вас есть, и в соответствии с тем, что вам дает культура, у вас внутрь нафаршировываются специализации разного типа. И поэтому вы получаете, в общем, довольно сильно различающиеся мозги. Чем различающиеся, мы сейчас увидим. Начнем с разных социальных групп. Религиозность. Люди, которые религиозные или нерелигиозные, это люди... Несколько разного типа. И если мы регистрируем у них активность мозга, то мы сталкиваемся с тем, что, вот предположим, когда человек ошибается, у него возникает такой специальный потенциал, который здесь такими кривыми справа обозначен, синенькой, ну или там, я не знаю, какой это цвет, и розовенькой. Видите, да? Так вот, амплитуда этих потенциалов у неверующих и верующих разная. У неверующих рассогласование при ошибке выше, чем у верующих.
Мы принимаем моральные решения по-разному, если мы принадлежим к верующим или к группе верующих и неверующих. Скажем, в группе православных христиан мы чаще используем, ну, когда вы решаете некую моральную дилемму, то вы ее решаете, вот это делать абсолютно запрещено, а это делать абсолютно обязательно в этой ситуации. Так вот, православные христиане, они чаще, чем неправославные, будут использовать концепцию «запрещено», а те, которые неверующие, они будут достоверно чаще использовать концепцию «обязательно надо». Вы потом увидите, что эти две группы населения – это русская популяция, но российская. Вы потом увидите, что они, как бы скажем, кто-то из них больше похож на иностранцев. Кто, вы можете заранее догадаться. А потом проверите свою догадку, когда мы будем сравнивать русских и зарубежников по принятию моральных решений. Вот, политическая ориентация. Люди живут в одной культуре, но одни принадлежат к консерваторам, а другие к либералам. И вот посмотрите сбоку, здесь, пожалуй, даже нам интереснее график вот этот вот посмотреть. Он показывает, когда стрелочка наверху, точечка наверху, то это большая амплитуда вот этой негативности рассогласования, потенциала, связанного с рассогласованием. Здесь по оси сдвиг от более либеральных к более консервативным. И посмотрите, чем сильнее вы сдвигаетесь от либеральных к консервативным, тем меньше становится амплитуда этого рассогласования. То есть, иначе говоря, консерваторы рассогласуются меньше, чем рассогласуются либералы. Идем дальше. Анатомия мозга. Раз мы уже с вами, в общем, догадываемся, что обучение связано с изменением морфологии мозга, мы уже с вами знаем, что если люди настолько по-разному себя ведут в этой ситуации, видимо, они научены немножко разному. И мы смотрим тогда, каковы размеры структуры этих людей. И оказывается, что вот здесь тоже сдвиг от либералов к консерваторам, а это величина определенной структуры. Тоже нам сейчас не важно, какой на самом деле. И одна структура, ее размер уменьшается у консерваторов по сравнению с либералом, а другая, наоборот, увеличивается у консерваторов по сравнению с либералом. То есть, иначе говоря, у этих людей не только мозг активируется по-разному, но еще и размер структуры мозга разный. Продолжая дальше, вам скажу, что если они начнут моргать, или вы будете мерить у либералов и консерваторов сопротивление кожи, то они будут моргать по-разному, у них будет сопротивление кожи разное, то есть у них физиологически это будут разные категории населения. Вот. Это можно продолжить. Всякие генетические спекуляции на эту тему, они существуют. Если вы возьмете разделенных близнецов, и эти близнецы будут воспитываться в разных семьях, то их сходство политических ориентаций, даже если они воспитываются не биологическими родителями, это понятно, да? То их сходство политическое будет выше, чем в среднем в популяции у этих разделенных близнецов. То есть там имеется определенный генетический компонент этих убеждений. Классовая принадлежность. Красным выделены не мои слова. Красным выделены слова вот этих вот западных авторов, которые получили эти данные. «Нечего им бедным делать», цитируют они Маркса и Энгельса. Они изучали в колледже две группы в одном и том же. То есть, иначе говоря, сходная успеваемость, сходные предметы, сходные знания, во всяком случае, которые они приобретают при обучении. Вот, и у них смотрят некий потенциал, который возникает при рассогласование между фразой и завершающим словом этой фразы. Например, «Я съел много вкусных камней». И вот когда человеку дают слово после «я съел много вкусных», а потом «камней», то у него возникает такая здоровая негативность. Называется негативность N400. Вот. И смотрят, как выражено это N400 у представителей среднего класса.
В одном колледже одинаковая успеваемость, коллеги. Но просто папа с мамой разные, и по критериям западным одни к среднему классу, а другим к рабочему относятся. У одних этот потенциал выражен со страшной силой, вон он синенький. А у других нету. Слабенько-слабенько выражен. Но авторы пишут, что мы согласны с Марксом и Энгельсом в том, что свойство опыта человека зависит от того, к какому классу он принадлежит. То есть, иначе говоря, опыт разного типа в семьях разного типа складывается, даже если вы учите их в одном и том же колледже этих детей. Профессиональная специализация тоже делает мозг. Помните, я вам говорил про этого гомункулеса у музыкантов, что мы еще с этим столкнемся? Вот это мозг водителей такси. Значит, вот эта структура голубеньким нарисована, это так называемый гиппокамп, морской конек. Он связывается с когнитивным картированием пространства. Если по-простому, то это с разбиением пространства на кусочки. Помните, я вам показывал нейрон, который активируется в одном из рукавов лабиринта. Вот это был нейрон гиппокампа. Ну вот. Ну и что мы ожидаем? Мы ожидаем, что если эти товарищи постоянно ориентируются, то, видимо, у них что-нибудь должно произойти с гиппокампом. У них происходит размер гиппокампа у таксистов больше, чем в среднем в популяции, причем тем больше, чем больше они работают таксистами по продолжительности. Разные культуры. Значит, первое утверждение, которое я делаю, представление, которое, несмотря на то, что имеются уже результаты бурного развития так называемых кросс-культурных наук, от генетики до экономики, через ментальности, вообще через все, это мультидисциплинарная наука, пережившая революцию по существу сейчас. Несмотря на эту революцию, большинство людей в мире думают, что у людей в разных культурах одни и те же примерно базовые познавательные процессы, которые чуть-чуть моделируются в зависимости от того, в какую культуру ты пропал. Одни и те же. Уважаемые коллеги, это не так. В разных культурах отличается все. Тут все перечислено. Зрительное восприятие, память, научение, пространственное восприятие, моральная аргументация, понимание причинности, времени, вероятности и так далее, так далее. Все разное. То есть вообще довольно сложно найти что-нибудь, чтобы не различалось. А что различается, найти никаких проблем нет. Успехи в математике. Мальчики, очевидно, лучше, чем девочки в математике. Вычтем из баллов девочек баллы мальчиков. Естественно, поскольку мальчики лучшие, то результат, обозначенный желтеньким сверху, будет отрицательным. Потому что у девочек меньше баллов. А теперь посмотрите, эти страны выстроены по эмансипации женщин. Чем более эмансипированы женщины, внизу уровень эмансипации. Чем больше эмансипированы женщины, тем меньше они отличаются от мальчиков по способностям в математике. И, наконец, в благословенной Исландии их баллы по математике начинают превышать баллы по математике с максимальной эмансипацией страны. Начинают превышать баллы по математики мальчиков. Вот. Должен сказать, между прочим, как это ни печально, что вне зависимости от эмансипации девочки везде лучше в том, что касается чтения. Вот это не меняется. Они все время лучше. Как это ни обидно. Моральные решения. Уважаемые коллеги, у нас существуют общие правила принятия моральных решений, в какой бы стране мы ни жили. Эти, в общем, некоторые из этих правил известны, вот некоторые из них выделены, в том числе и нами, эти правила, но в первую очередь не нами, а Марком Хаузером в Соединенных Штатах, с которым мы, в общем, работали. Вот. И эти правила, в общем, они есть и там, и там. Но, тем не менее, когда мы сравниваем русских, я повторяю, не этнически русских, а россиян, с англоязычными популяциями, то мы видим, что у русских достоверно чаще встречается запрет, то есть делать нельзя ни в коем случае, а у товарищей из протестантских культур долженствование, делать обязательно.
Я не случайно говорю о протестантской православной культуре, потому что тут есть некоторые корреляции с типами религии. Но я только хотел бы заметить, что я не думаю, что это определяет религия, а я думаю наоборот, что религия такая в соответствующих популяциях, какое все остальное. То есть этот выбор религии, о которой мы знаем, да, вот эти известные апокрифы, и вот сидит и выбирает, какая религия лучше. И правда, может и выбирает, но только выбирает в соответствии с собственной ментальностью. Ну вот, а теперь посмотрите, помните, я говорил о православных и, нерелигиозных. На кого православные больше похожи? Они меньше похожи на англоязычных, чем неверующие. Неверующие в нашей стране по моральному выбору больше похожи на англоязычных. А те, которые православные, они принимают, ну, грубо говоря, извините, более ментально соответствующие культуре решения, если хотите. Ну вот. Эти решения, которые принимаются в культуре, они я вынужден сказать про утилитарность. Я хотел избежать рассказа о том, какое, собственно, моральное решение принимается. Принимается моральное решение, что вы сделаете, когда бежит вагонетка, которая сейчас, если поедет дальше по прямой, раздавит вот этих 5 несчастных людей. А у вас есть возможность переключить стрелку и направить туда, где стоит один человек. Вопрос. Вы переключите стрелку? Дальше существует куча вариаций этого вопроса. Например, вы не переключаете стрелку, а сбрасываете кого-нибудь на пути, чтобы преградить поезд. Или тот, кто стоит там, это ваш родственник, а те, которые эти 5, они вам никто. Ну, в общем, тут куча вариаций, но мы берем вот нейтральный вариант. Значит, утилитарный подход. Ну, конечно, я переключу стрелку, потому что я спасу 5 за счет 1. Но на самом деле далеко не все люди принимают такое решение. И более того, я вам скажу, вот видите, это возрастные группы. И чем выше находится точка, тем более очевидно, что вы приняли решение переключить стрелку и убить этого 1, чтобы спасти 5. То есть, иначе говоря, вы примете утилитарное решение. Я жертвую 1 для спасения 5. Посмотрите, первое, что я вам хочу сказать. Сверху Запад, снизу мы. Так вот мы, обратите внимание, везде одна и та же тенденция. Чем мы становимся старше, тем менее мы готовы принять утилитарное решение и пожертвовать 1 жизнью, даже для спасения 5. То есть жизнь становится все более и более ценной. Мы все более и более, нам сложно заставить себя убить человека, даже для такой благородной цели. То есть с возрастом это уменьшается, как у западников достоверно, так и у нас. Но интересно, что ни на одном этапе мы не пересекаемся, что все-таки утилитарность на Западе выше всегда, вне зависимости от возраста. Они легче принимают решение об убийстве человека для спасения других людей. Нам это сделать сложнее, в каком бы возрасте мы ни находились. Простите? В принципе, об этом можно рассказать, но я должен начать лекцию сначала. Следующее различие. Это различие между двумя типами классификации. Помните, я вам говорил, что классификация в двух культурах, они разные. Вот посмотрите, пожалуйста, вот существует корова, существует курица и существует трава. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, корова в большей степени ассоциируется с курицей или с травой у вас? А? Ну, а поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что с травой. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что с курицей. А теперь смотрите, кто вы есть на самом деле, и те, и другие. Значит, это, уважаемые коллеги, это разные типы классификации. Одна классификация таксономическая.
таксономическая классификация. Это одна и та же группа, это животные. И, конечно, корова и курица – это одна таксономическая группа. А что делают китайцы, а также русские? Трава. Почему? Потому что это другой тип классификации. Это классификация по отношениям. И это совершенно не случайно, это другой тип ментальности. Мы один слайдик на эту тему увидим. Но давайте мы это пропустим, на это нет времени. Я должен сказать, что когда мы делаем вид, что прокалываем щеку, то мы испытываем разную эмпатию в зависимости от того, это чужой или свой. И мозг активируется совершенно по-разному у людей. Если вы прокалываете щеку своему, к той же этнической группе или чужой этнической группе. То есть мы сочувствуем тоже по-разному, в зависимости от того, к какой культуре мы принадлежим. Вот это вот два синдрома. Я бы назвал его западный синдром и незападный синдром. И здесь куча всего различного. Это то, что я собрал по массе работ, в том числе и собственных работ. Тут есть некоторые вещи гипотетические, их мало, а в основном установлены экспериментально. И вот мы поэтому по этой штуке мы не можем идти, потому что у нас нет времени. Мы просто посмотрим на самое главное, что нам сейчас интересно. Самое главное, что нам интересно, это аналитизм и холизм. То есть это значит, для того, чтобы познать, надо раздробить. Для того, чтобы познать, надо изучать целое. И это вообще два разных типа познания. Хотя они всегда немножко сочетаются тоже. И вы можете померить у людей с помощью специальных тестов, они склонны к аналитизму или они склонны к холизму. Внутри каждой культуры есть разные люди, слава богу. Но в целом культуры характеризуются либо преобладанием аналитизма, это европейская, американская культура, либо преобладанием холизма, это культуры незападные. То есть, иначе говоря, индивидуалистские культуры и коллективистские культуры. Они, соответственно, аналитические или холистические. Если мы посмотрим на карту, вот эта вот карта индивидуализма, то те страны, которые очерчены красненьким, они наиболее индивидуалистичны. А те, которые все ближе к темно-зеленому, коллективистичны, коллективистские. Но вы сами видите по цветам, кто мы такие. Вот. Но здесь это вот видно очень хорошо. Когда мы сопоставляем США, Российскую Федерацию и Китай, мы менее индивидуалистичны. США – это экстра-индивидуалистская страна и экстра-аналитическая. То есть у них зашкаливает индивидуализм и коллективизм по всем тестам, что утверждается многими исследователями. Российская Федерация имеет эти показатели примерно, как вы видите, вдвое меньше, а Китай имеет вдвое меньше, чем Россия. Вот, вот это вот примерное соотношение между нашими культурами. В каждой культуре есть люди, которые имеют больше общего с людьми другой культуры, чем с людьми своей культуры. Что это значит? Это значит, что если в одной и той же Турции возьмете, скажем, людей, которые занимаются коллективистским видом деятельности, земледелием, например, или возьмете тех, кто занимается по одному, пасет стадо, то вы у них увидите совершенно разные, скажем, типы ментальности, аналитической или холистической, в зависимости от того, живя в одной стране, чем они занимаются, каким видом деятельности. Прекрасно это показал совсем недавно, показал Китаяма, блестящий автор. Он взял Китай, одну и ту же страну, где люди занимаются выращиванием риса и занимаются выращиванием пшеницы. Уважаемые коллеги, вдруг кому-нибудь еще не ясно связь между тем, что я рассказываю, и нейронами? Я рассказывал о нейронах, чтобы вы поняли, что нейроны в мозгу специализируются относительно определенных поведений. И поведение, которое вы совершаете, например, выращиваете рис или пшеницу, это разного типа поведения, о чем я сейчас скажу. И тогда у этих людей мы регистрируем
разные функции мозга с разными нейронами, как аналитическое или холистическое мышление. Это понятно? Связка понятна, спасибо. Значит, когда вы выращиваете пшеницу, то вы работаете по одному. Это комбайн, это же не как раньше там идут. Это комбайн, в котором вы работаете один. А рис – это до сих пор идут люди по колено в воде, и это группы, большие коллективы людей. И Китаяма исследовал области рисовые и области пшеничные. Чего Китаяма увидел? Что области пшеничные – это западные области, ментально, это люди, у которых аналитическое мышление, а в большей степени, а те, которые выращивают рис в Китае, это люди с холистическим мышлением. То есть понятно, что страны разделяются, но внутри стран есть тоже разные группы людей, в зависимости от деятельности, которую они делают, в зависимости от того, какие нейроны у них в голове, они будут проявлять вам разные типы, так сказать, ментальности. И, в общем, если вы этих людей исследуете внутри одной страны, вот как мы делали, например, в Финляндии, мы брали финских холистов и финских аналитиков и смотрели, как они кино смотрят. Они смотрят кино по-разному. И когда его смотрят финские холисты и финские аналитики, вот две группы, и мы смотрим, насколько сходно работают мозги у финских холистов и насколько сходно работают мозги у финских аналитиков. Догадайтесь, у кого они работают сходнее? У финских холистов. То есть холисты видят фильм более одинаково, у них мозг работает более одинаково, чем у финских аналитиков. Аналитизм связан с рационализмом, с рациональным подходом. А холизм связан с интуитивизмом, с большим использованием интуиции. От этого зависит, на самом деле, решение кучи проблем. В том числе, например, отбор персонала. Как вы отбираете персонал для того, чтобы работать в вашей фирме? Оказывается, что люди в западных и незападных социумах ориентируются на разные критерии, сильно разные. Ставили специальные эксперименты. Эксперименты показывают, что когда к вам приходят два человека в западной культуре, и у них есть вот А и Б, и у А и Б две анкеты. И у одного в анкете по формальным признакам значительно больше очков, и он явно больше соответствует той фирме и тому виду деятельности, который вы, для которой вы набираете, то вы сильно склоняетесь к тому, чтобы взять А, даже если Б вам чуть более симпатичен. Более того, если я сам не отбирался в западной фирме, но по искусству западному я вижу, что люди страшно боятся сделать иначе, потому что их упрекнут в, как это называется, когда вы действуете из соображений не деловых, а... Ну, в общем, вы понимаете, о каком слове я говорю. Я его еще не могу сейчас воспроизвести. Короче говоря, в западной культуре будут отбирать по вот этим формальным критериям. А в незападной что делают? Две анкеты. В одной вообще все замечательно, но он тебе явно не нравится. Это не тот человек, который вот у нас должен работать. А вот этот, у него похуже анкета. Но я же чувствую, что это тот человек, который нам нужен. И это будет другой выбор. И это вы хихикаете, а это на самом деле проверено на культурах разного типа, и в разных культурах отбирают по-разному. Во-первых, отбирают по-разному, а затем спрашивают людей. Отбор – это одна деятельность, а потом спрашивают людей. Скажите, пожалуйста, а какой вид отбора вы считаете более правильным? Ну и вы догадались, что в незападных культурах вам скажут, что если эти пункты, они лучше, то и надо отобрать того, у кого пункты лучше. А вне западных скажут, конечно, потому, как вы чувствуете, что он лучше. Это два совершенно разных типа подхода. Не только вообще к решению проблем, но даже к решению подбора проблемы отбора людей. Итак, какой способ лучше? Рационализм или аналитизм? И какой способ познания лучше? Этот ответ на этот вопрос принципиален даже с экономической точки зрения. Вот это то, о чем я вам говорил. Каким образом мозги связаны с тем, где ты живешь, какая там погода, какая там экология, какая там экономика, какой там вид деятельности в соответствии с этим экономикой, такие там, такая там логика, такие там ментальные правила и такие там мозги.
То есть, иначе говоря, уважаемые коллеги, тут получается, что на самом деле мы имеем дело всегда с генетикой, социо, эколого, ментальной целостностью. А мы, разные специалисты в разных областях, подходим к этой целостности с разных сторон и ее изучаем. И что мы видим? Мы видим мощное соответствие этой самой ментальности, экономики, способа административной организации и так далее. Я вот уже время исчерпал, но не могу не рассказать об этой ситуации, как мы случайно встретились с автором, с которым потом писали совместные работы на эту тему. Я классифицировал страны по ментальности, а она классифицировала страны по экономике и административному устройству. И мы с ней встретились в одной стране, где делали два доклада друг за другом. И у нас списки стран совершенно совпали. Понимаете, да? Ментальные и экономика эти. И мы с ней сопоставили, и мы с ней сделали совместные работы. И, в общем, до сих пор мы с ней всячески сотрудничаем. И это совершенно не случайно. То есть, иначе говоря, не просто у нас такие мозги, где мы живем, а у нас такие мозги, где мы живем, потому что мы, там, где мы живем, имеем соответствующие виды деятельности. Эти виды деятельности предрасполагают нам к определенным видам коммуникаций, и не случайно мы учитываем травку, а те учитывают это, потому что мы учитываем среду. Если вы возьмете китайца и американца и попросите их посмотреть на объекты и зарегистрируете у них движение глаз, то вы увидите, что глаза у американца и китайца движутся по-разному. Знаете как? Американцы будут фиксировать глаза на объекте, который они изучают, а китайцы будут фиксировать объекты постоянно на среде, потому что для него важно взаимодействие объекта со средой. Это холистический взгляд на реальность. Вот. И повторяю это не случайно. Это связано с кучей других вещей. Патенты пропустим, но в общем... Там, где больше индивидуализма, там, извините, больше патентов. И больше инноваций, индекс инноваций выше и так далее, и так далее. Стрелочкой обозначена Россия. А наверху находятся Соединенные Штаты. Так примерно видите. Но мы не в самой плохой части, где-то посередке. Вот. В западноевропейской цивилизации знание связано с практическими целями, с потребностями рынка. А в русской в большей степени связано с фундаментальным знанием и в меньшей степени ориентировано на прикладное знание. И это главное страдание правительства России на всем протяжении его существования. Если вы посмотрите историю русской науки, то вы увидите, переходя от книги к книге, как сначала царь очень просил своих ученых делать что-нибудь поближе к тому, что нужно стране. Потом это делали большевики. На протяжении всего существования называли внедрение, пожалуйста, обеспечьте. А теперь это делает новое правительство. Оно все время плачет и обращается к нашей науке. И это не случайно, что наши товарищи очень любят намотать тогу на руку и рассуждать о прекрасном. А в том, что касается этого, и это не потому, что они плохие, а это потому, что ментальная их культура предрасполагает к тому, чтобы предпочитать фундаментальное знание, а не то, что называется выгодой. И анализ русско-языковой картины мира вообще выявляет негативное отношение к тому, кто действует из соображений практической выгоды. И вообще слово «рациональный» коннотировано в русской культуре отрицательно. А теперь попробуйте этих людей заставить там практическую выгоду добывать, когда они к слову «рациональность» относятся двойственно. Любой процесс познания мы можем поделить на две стадии. На холистическую стадию и аналитическую стадию. Это мы заканчиваем тем, чем лучше быть – рационалистом или холистом. И каким образом вообще, что в этих культурах происходит, аналитических, холистических, которые мы проанализировали, и которые связаны с тем, какие нейроны у них в голове. На первой стадии – интуиция, чувственный характер имеет значительно большее значение. На этой фазе строятся гипотезы, выдвигаются новые направления, делаются прорывы и так далее. Но эта стадия ничего не значит без следующей, на которой контроль, проверки, прикладные эксперименты и так далее, и так далее. И понимаете, какая штука происходит? Оказывается, что разные культуры предназначены, скажем так,
ментальность этих культур в большей степени приспособлена либо для одной, либо для второй стадии. Они вынуждены, конечно, работать. Все мы с вами вынуждены работать и на той стадии. Нас жизнь заставляет. Но вся культура диктует для нас предпочтение и сдвиг либо одной фазы, либо второй. Если кому-то будет интересно, я вам напомню письмо Ивана Петровича Павлова о русском уме. Как он его ругал и за что. Это вот как раз про то, что я сейчас говорю. Он его ругал совершенно правильно, в том смысле, что он называл правильные характеристики русского ума. Но с моей точки зрения, ругал неправильно. Потому что русский ум в этом совершенно не виноват. Ну вот. Ну и, естественно, показана значительно более высокая креативность для холистических подходов и значительно более, и более низкая академическая успеваемость для этих холистов. Но, во всяком случае, для американской культуры. У нас я не знаю таких данных. То есть, иначе говоря, те, которые холисты, они замечательно изобретают, у них все отлично, только они учатся хуже. И понятно почему, чем аналитики. Аналитики будут учиться хорошо. Зато. Вот. И вот эта вот картинка, таким условным образом, она показывает, каким образом, в общем, страны должны кооперировать, и каким образом они, хочешь не хочешь, кооперируют. Те страны, в которых имеется холистический тип мышления, они, люди, которые живут в этих странах, они больше приспособлены для того, чтобы откалывать новые куски, большие куски знаний. Новые направления и так далее, и так далее. А те страны, которые аналитические, они больше способны для того, чтобы аналитически затем с этими кусками работать, для того, чтобы выделять специальные тонкие характеристики и для того, чтобы проводить прикладные исследования. Вот там мигает доллар. Это что значит? А это значит, уважаемые коллеги, это крайне печально, что прекрасные идеи и теории в базарный день пучок за пятачок. А деньги находятся там, где вторая стадия. Где аналитическая стадия, где контроли, где прикладные исследования и прочее, прочее. Вот. Поэтому я должен сказать, что я считаю, что вещь, которая называется Сколково, которую очень многие критикуют и всячески хихикают, я считаю, что это абсолютно необходимый костыль для России. Я бы сказал так, для, ну, совершенно необходимая для нас вещь. Но я готов выслушать и другие точки зрения. И последнее. Ну, не буду приводить пример. Если кто-то захочет, я потом о примере скажу. Что, в общем, есть вещи, которые в экономике, которые показывают контринтуитивные вещи. То есть кажется, что если вы сделаете фирмы с одинаковой ментальностью, то они будут лучше работать, чем фирмы, которые представляют разный тип ментальности, ничего подобного. Значит, длительность жизни стран, длительность жизни фирм, конгломератов, которые представляют разные типы ментальности, дольше. И понятно почему, потому что они лучше комплементарны, они дают, скажем, обеспечивают обе стадии познания. И последнее, значит, резюме. Как, чему мы обучаемся? Мы формируем новые системы, направленные на новые результаты, путем новых специализаций нейронов и подстройки уже имеющихся специализаций. Чему мы учимся? Достижению полезных результатов во взаимодействиях, в том числе социальных взаимодействиях. Зачем мы учимся? Мы учимся для адаптации, как индивидуальной, так и групповой, в разных социокультурных нишах, и для формирования опыта, как индивидуального, так и коллективного. Спасибо за внимание. Я готов ответить на вопрос. Спасибо большое, Юрий Иосифович. Я думаю, что выражу мнение большинства, что это была суперинтересная и увлекательная лекция. А сейчас у нас время для вопросов. Пожалуйста, поднимайте руки, держите их, для того, чтобы я могла подойти с микрофоном и обязательно вопрос задавать в микрофон, для того, чтобы слышали аудитории из трансляции. Давайте начнем с первого ряда. У меня даже не вопрос, а просьба повторить. Про коровку, травку и курочку все понятно, а сформулируйте, как вы... Вопрос вот сформулируйте еще раз, как вы нам задали. Я сразу испугался, потому что как его точно я формулирую? Надо посмотреть, как у автора формулирует. Но когда я его проверяю в аудитории,
Значит, я формулирую это таким образом. С чем у вас в большей степени ассоциируется корова? С травой или с этим самым? Но, как правило, в русской аудитории я говорю, чтобы не подсказывать, траву не ставить на первое место, с курицей или с травой. И в русских аудиториях вот здесь еще было довольно много западных типов классификации таксономической. А вот в других аудиториях, ну, 2-3 человека поднимают руку с западной классификацией. Я знаете, где проверял даже? Открою тайну. Среди менеджеров высшего звена в Сбербанке. Мне было интересно, каким образом у них мышление построено. Вот, и я их протестировал. Холисты, все как надо. То есть все они, у них все трава и все, в общем, все замечательно. Да. У меня была гипотеза, что, может быть, они и курица будут. Нет. Я хочу извиниться за то, что вас перебил, походу. Да нет, нет, ради бога. Я просто специально хотел акцентировать момент на понимание представления о нейроне, потому, и хотел бы вот уточнить, почему вас не устраивает определение ухтомского как доминанты, да? Это во-первых. А во-вторых, вот в 1998 году мы проводили исследования, ну вот, электроэнцефалограммы мозга, возрастные в контексте высших психических функций детей. Угу. И там выделялись особенности динамические, которые показывали общие принципы. Ну, я не знаю, как это между взаимодействием, может быть, вашей лексики нейронов в динамике. И просто эти работы достаточно давно были проведены в Казахском государственном университете еще в Советском Союзе и на огромной выборке по всему Советскому Союзу. Угу. Просто я хотел просто вам дать известность. Спасибо большое за информацию. Я такие данные знаю, конечно, и работы эти я знаю. Что касается Ухтомского, я должен сказать, что я не только с ним не согласен, а я считаю, что это наиболее близкий по представлениям о функциональной системе, вот о которой я вам рассказывал, человек к нашему направлению. И везде, где можно, я цитирую, что вот существует его... он практически формулировал систему, направленную на конечный результат. Очень близкое представление. Что? Нет, 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 абсолютно нет никаких... Мир и дружба. Вопрос от фаната Оруэлла. Скажите, пожалуйста, вот по поводу вашей метафоры «Мозг как Министерство правды», с чем, не так даже, от чего зависит большая или меньшая изменчивость вот этой памяти человека? Именно от, ну, с какими физиологическими процессами это связано? Это очень сложный вопрос. И очень сильное забегание вперед по сравнению с тем, что мы знаем. Значит, вы знаете, вот то, что я рассказывал, это довольно новая область, сравнительно новая, это исследование реконсолидации. Что это такое? Вот есть старый опыт, и он консолидирован навеки с нами и так далее, и так далее. Но когда мы его извлекаем или... к нему чего-нибудь пришиваем, то он как бы становится вновь свежим, а потом консолидируется. Значит, вот эта вот реконсолидация, она изучается очень сильно, но мы до сих пор даже не знаем, знаете чего? Вот существует вот этот пирог, который формируется в течение всей жизни. И вот я сюда что-нибудь представляю, насколько глубоко проникает эта перестройка. Вообще такое впечатление, что чем глубже, тем в меньшей степени. Но, может быть, это не всегда так. Это первое. Второе. Второе. Вот существует домен опыта. Домен опыта – это, значит, вот кусок опыта, более или менее связанный с результатами одного типа. Ну, например, там вот математические действия, или там плотницкие действия, или рыбу я ловлю, или еще что-нибудь. И вот я в новый опыт я вставляю в домен опыта рыбная ловля. Вообще следует ожидать, что в основном реконсолидация, не исключительно, но в основном будет касаться этого домена. Более или менее так и получается. Но тоже не точно. Знаете, что я сейчас сделал? Я вам изложил основное, что можно сейчас про это сказать. Это не потому, что я думаю, что это имеет прямое отношение к вашему вопросу. Ваш вопрос крайне интересный.
возможно, у людей с разными типами мышления, например, вот мы сейчас очень сильно изучаем холистов-аналитиков, потому что ну, нам интересно, как создавать группы, как создавать правильные группы людей, понимаете? Вот, и очень может быть, что у них реконсолидация происходит по-разному, я почти уверен в этом, но... Я, в общем, более-менее знаю эту литературу. Я не знаю работ, которые бы это показывали. И я, если бы они были, наверное, я бы знал. Но, может быть, я и ошибаюсь. Но, скажем так, я думаю, что должно быть так. То есть у разных людей это может быть выражено в разной степени. Перестройка. Может быть, даже это окажется связанным, знаете, с чем? Может быть, это окажется с глубиной и типом научения. То есть, понимаете, если вы приобрели что-то новое, вставили, и у вас там чуть-чуть поменялось. Или вы вставили, и у вас сильные перестройки опыта в связи с этим. Это может быть окажется, это вообще разный тип научения. Интересный вопрос, я не знаю. Угу. Здравствуйте. Вопрос от студента психфака МГПУ. Вопрос такой. Какие возрастные периоды в течение жизни наиболее активно происходит специализация нейронов? Спасибо. Вы знаете, значит, вот в общем из того, что я рассказывал, понятно, что специализация происходит на протяжении всей жизни. Но взрывная специализация – это ранние периоды жизни. Этология человека разработана хуже. А что касается животных, то примерно две трети всего поведенческого репертуара, который этологи обозначают, формируется у грызунов в течение первых, я не помню, пары месяцев жизни. Вот что-то такое. Две трети репертуара. Чтобы сформировать эти две трети репертуара, это означает, что примерно две трети клеток, которые будут специализированы, они специализируются в это время. Я думаю, что совершенно верно, критические периоды, критические периоды у человека, там тоже будет иметь массовая взрывная специализация клеток. А потом она будет продолжаться в течение всей жизни с добавлением новых клеточек, которые мы приобретаем. Вот, ну то есть, в общем, скажем так, более или менее тривиальную вещь я говорю, что взрыв в начале, но всю жизнь. Работает, да? Добрый час. У вас в презентации был сравнительный анализ верующих и неверующих, и хотелось бы узнать, какую инструкцию они выполняли, какое задание от них требовалось для того, чтобы оценить разницу. Они выполняли задание, которое я в конце... рассказал. Про стрелку. Переведете стрелку или не переведете? Спасибо. Вот. И значит, они были менее утилитарными. Кстати говоря, я посмотрел, извините, еще пару слов скажу, потому что меня это интересовало. Я стал смотреть по разным религиям. Мусульманство, иудаизм, западное христианство. Вообще везде религия считает ценным жизнь человека, и ею пожертвовать, в общем, нельзя. То есть она... Там есть, как всегда, есть разные установки. И вообще-то можно сделать чего надо. Но в целом религия против того, чтобы жертвовать чьей-то жизнью. Даже для блага. И это похоже кросс-религиозно. Угу. Здравствуйте. У меня такой вопрос. По опыту с аватаром хочу вернуться. Вы сказали, что на взрослых проводились свой опрос и показали, что при нормальном уровне стресса у них очень низкое получается. Да, да. И при высоком уровне стресса корреляция свой-чужой возрастает. Этот опыт взрослые как-то распределялись по группам, по возрасту? Или это просто был общий вопрос для всех взрослых? Это был общий вопрос для всех взрослых. И только это я должен сказать, что... Аватарность этого эксперимента, она не в том, что мы там что-нибудь про аватар спрашивали,
«Аватар» – это был фильм, который сподвиг меня проводить эти эксперименты. Вот. Если интересно, могу рассказать, почему. Но мы там задавали вопросы такого типа для детей, например. Вот существует полянка. На этой полянке есть, значит, там вот прудик. И вот на этом прудике можно сделать такую вот лодочку построить, и там будут кататься ребята, Петя, Вася, и им будет очень весело. Но с другой стороны, существуют птички, которым нужно жить в этом пруду, и если этого пруда не останется, то им нечего будет есть, и они не смогут поддержать свою жизнь. Ты кому? Как ты считаешь, это правильно отдать прудик детям или неправильно? Вот это аватарная ситуация. А почему она аватарная? Потому что помните содержание? Когда приезжают земляне и отнимают у них то, чего им необходимо для жизни, для того, чтобы обеспечить свои некоторые надобности. В этом смысле аватарность, да. И дилеммы у нас были такого типа. Отнятие у чужого того, что необходимо для его выживания и обеспечивает улучшение комфорта для своего. Мы изучали детей разного возраста и взрослых. Добрый вечер. Такой вопрос. Был слайд, на котором была изображена активность нейрона в момент, когда просили подумать о Симпсонах. И заметил такую аномалию, что сперва была замечена, ну, сперва скачок, треск был, а потом только он такой Симпсоны. То есть там около полусекунды. И сейчас набирает в сети больше популярность, продвигает Татьяна Чернигова, нейробиолог, и сейчас еще... Курпатов, доктор, тоже, продвигает такую идею, что на основании эксперимента Либе, да, вот как вы к нему относитесь? Значит так, к Черниговской отношусь очень хорошо, она моя подруга. К Либе отношусь очень хорошо, потому что он практически первый, кто экспериментально и физиологически изучал сознание. От такого философского подхода к изучению сознания, к экспериментальному, ему, по идее, памятник надо поставить, я считаю. Вот. Теперь, о чем они, наверное, говорили, как я предполагаю? Они говорили о том, что показано в ряде исследований, что, вот, предположим, человеку говорят, вот давай ты сейчас будешь принимать решение, какую кнопку ты будешь нажимать, правую или левую. И когда вот у тебя появится желание нажать правую или левую кнопку, ты нам скажи, понял, правую, и нажимай. А у него при этом активность мозга регистрирует, причем отдельных нейронов. И что оказывается? Что он говорит, что я сейчас буду нажимать правую, через 2 секунды, 2 секунды – это огромное время, через 2 секунды, после того, как у него уже работает нейрон, по которому ясно, что он хочет нажимать направо. Потому что один нейрон, ну, грубо говоря, вы уже понимаете из моих данных, что будут нейроны право нажать и лево нажать. Так вот, правый нейрон уже работает, а он еще сам. Нейрон знает, а человек еще не знает. Это я сейчас жутко огрубляю ситуацию. Понимаете, да? Вот о чем они говорили. Эта проблема связана с проблемой свободы воли. Вообще, понимаете, да? Вот я думаю, о чем Таня говорила вам, да. Да. То есть вообще, кто... поскольку вы меня не просили ничего о свободе воли говорить, я не буду. Но, значит, вот они говорили про это. А что касается этого эксперимента, то он замечательный вот чем. Ему не сказали Симпсоны, а ему говорят, сиди, вспоминай, что тебе показывали. И он вспоминает. И что такое вспоминание? Вот когда он говорит, это он понял, что он вспомнил. А до того, как он вспомнил, вы правильно говорите, задолго начал работать симпсонский нейрон, который мы уже узнавали. То есть эта память, его узнавание, связана с работой определенного нейрона. И он начинает работать раньше, чем сам субъект понял, что он работает. Понимаете, да? Но это не означает, что этот нейрон не субъект, грубо говоря. Но это мы в очень тонкую область заходим. Если хотите, можем поговорить, но это сложно. Да. Пару слов. Есть ли связь между аналитическим подходом к мышлению и воинственным поведением?
И, простите? Воинственным поведением, милитаризацией сознания в этом случае. Решение проблем путем насилия. Я понял. Вы знаете, так вот сходу, я боюсь сказать, я над этим не думал. Я боюсь сказать какую-нибудь совершенно сырую вещь. Но кое-что видно. Вот когда я показывал графики, помните? На всех этапах, во всех возрастах утилитарность западного морального выбора выше, чем утилитарность незападного выбора. То есть, иначе говоря, эта ментальность предрасполагает к тому, что я могу пожертвовать несколькими людьми для того, чтобы другим людям стало хорошо. В принципе, это предрасполагает к силовому решению проблем. Но вполне возможно, что это абсолютно поверхностная, дешевая философия, которую я сейчас развожу. И она не имеет... Я не знаю. Я вообще не знаю, как мерить милитаризм, между прочим. Да? Ну вот, по-моему, тут хотят прокомментировать. Вы знаете, у нас просто мало времени осталось. У нас осталось времени буквально на один вопрос. Я даже вот предоставлю Юрию Иосифовичу выбрать человека, который задаст последний вопрос. Кто вам больше нравится? А можно два, только быстро? Ну, если только очень быстро. Вот, пожалуйста, дама сначала, а потом вот вы, ладно? Ага. Только очень быстро, девушка, у нас извините, 5 минут. Пожалуйста. А вы обещали про смерть нейронов рассказать. У нас мало времени на смерть, значит, нейронов. Я сейчас расскажу про смерть нейронов в течение 15 секунд, ну 30. Значит, нейроны умирают не таким способом, что их убивают, а нейроны умирают, как делают самураи харакири. Они это делают из альтруистических соображений. Например, нейроны, в которые попадает нейровирус, убивают себя, и это показано, для того, чтобы другие нейроны с одним и тем же геномом, свои, у них один и тот же геном, чтобы они выжили. То есть они жертвуют собой для других клеток организма. Я думаю, что при обучении никто не знает, зачем апоптоз. Но я думаю, поскольку я его предсказал, что он должен быть при обучении, и мы получили эти данные, я думаю, что это связано с тем, что метаболизм клеток, которые апоптотируются, он противоречит той новой конструкции, которая воздвигается. Они, грубо говоря, лишние. Их потребности не соответствуют тем, которые должны быть в новой организации. Я думаю так, у меня никаких доказательств. Вопросик такой. Значит, когда вы говорили о патентах, вот тут один аспект, который надо было бы учитывать. Если взять США, например, и нас, Россию. Значит, раньше, когда СССР был, там изобретения защищались авторскими свидетельствами. И изобретателям за это деньги платили. А теперь, значит, сами изобретатели должны оформлять эти патенты за свой счет. Понимаете? То есть человек, он не изменился, а вот форма оплаты, значит, расчетов, она изменилась. Поэтому тут вот получается, что не совсем есть адекватность такая. А я не говорил о динамике у нас от эпохи к эпохе. Я говорил о разнице между странами. Что в России меньше этих патентов и в куче других стран, чем в англоязычных странах. И я совершенно не сомневаюсь в том, что это связано не с одним какой-нибудь вещью, а с кучей. И с ментальностью людей, и с тем, что они делают, и как они организованы. Со всем тем, о чем я говорил, генетика, эколога, ментально, физиолога, психологическое единство. Ну вот про ментальность тут еще, когда вы выбираете аудиторию, например, вот корова там и трава, да, если бы вы зашли, например, в Министерство сельского хозяйства, там однозначно бы сказали, ассоциировали кур и коров в одно, как животноводство. Вот в этом плане даже пчел их относят к животноводству. И тут... Да. И тут... Я понял, давайте прокомментируем. Да.
Я понял, я с вами согласен, мне вообще эта идея кажется интересной, посмотреть у тех, кто занимается сельским хозяйством. Но я беру просто популяцию такую же, какую берут в других экспериментах. Но я не сомневаюсь, что в зависимости от профессиональной ориентации люди будут давать разные ответы. Я это вообще показывал. Пастухи одно, а те, кто занимается сельским хозяйством, другое. Ментальность зависит от профессии.